переходим к другой теме. Я говорю, тем будет много. Персик минусинский получает наш друг садовод от меня косточки. Одна проклюнулась. Смотрите, вот она, видите? Значит, о чем речь идет? Значит, это еще не катастрофа. Его не поздно отсадить и в горшок. Вчера случайно наткнулся на прекрасную фирму Тинькова. Уже я абрикосы нашел, выращивал абрикосы, видно, что им 20-30 сантиметров, а если выше. Он их закрывал, укрывал. Где-то я даже фотографию сделал, только покажу в другой раз. Вот. Вначале они у него растут в горшках, ничего, даже на подоконниках. А потом он так и сказал, или под укрытие, высадка на чистом поле, под укрытие. Иначе посади без укрытия, погибнут. То есть он мой опыт повторил, или я опыт повторил. Два сапога пара. Вот. Ну, а фотографию с этими, ну, это стандартные теплички, только не эти, не прозрачные, а наоборот, через которые не проходит солнце. Подойдет, я ее покажу. Итак, этот спасен, остальные, слава богу, уже сам факт, что живые, значит, скоро взойдут. А, да. Начал сертификацию примерно сразу после Нового года. Вот. Взял с небольшим запасом. А тут как повезет. На юге, кстати, на севере может быть горшок и так далее. Или может наоборот с севера более ближе подойдут сроки. Так, добрый вечер. Получил косточки, ночь провели в холодильнике, утром при закладке. Классификацию, один из 10 косточек персика хасанского проснулся, посадил горшок и в холодильник. Ваш ученик Александр Балашов. Так вот, насчет горшка. Вот. Если он в таком паре, да, в холодильнике еще можно хранить. То есть максимально задержать время развития до высадки. Так, теперь прислали мне вот этот самый. Вот этот самый. У кого-то зашел, а у кого я уже забыл. Вот. Ну ладно. Ну это как, это абрикос, как первая, назовем это первой ласточки. Вот. Еще одна ласточка, но с грустинкой. Вот, с грустинкой. Дело в том, что мне претензия, причем обидная, страшно. Человек развернул кулечек с персиком минусинским. Оказалось, 4 спят, а пятый, ну, человек решил, что я ему выслал вместо этого самого, ну, решил сэкономить. Вместо этого самого выслал шкарлупку. Ну, у меня шкарлупок не было и сейчас нет. Лично у нас зашел пока невысланных, то есть из тех, которые на сертификации, только один проклюнулся, и Юля посадила его опять же в горшок. Откуда этот взялся? Ну, посмотрите. Я человеку пытался объяснить, есть это лукавство, нет. Видите, рядом разорванный мешочек. В этом разорванном мешочке я предположил, сказал хозяину, скорее всего, вторая половинка лежит. И, раз он развалился, и лежит этот, возможно, еще совершенно здоровый ядрышко. Спасайте. Ну... Человек отмолчался, я выслал 100 рублей обратно за эту самую, по принципу, ни одна тень на меня не упадет. Он поблагодарил за 100 рублей, а про то, где вторая половинка, он не сказал, жалко. Вот, теперь человек получает от меня посылку и делает такой коллаж. Вот здесь все, пески еще, вот оно, видите, тут много чего заказал, и заказал брошюру. Или я ему подарил брошюру, или выслал, уже не помню. И вот эту вот книгу. Эта книга, меня спрашивают, 4 книги. Вот человек заказал последние 4 книги, а я ему ответ, вместо того, чтобы хитрить, говорю, напишите. Электронные или бумажные? Если такие и такие. Электронные дешевле. Вот. Чтобы он сориентировался. Вот. А это вот, пожалуйста... Там дальше будет его где-то портрет, увидим. Здравствуйте, Валерий Константинович. Высылаете ли вы прошедшую сертификацию и готовы к высадке раскрывшихся косточек абрикоса
готовы сделать предоплату на 5000 рублей с высылкой по мере появления. Короче, я с человеком переговорил по телефону, и мы пришли к такому мнению. Сейчас их просто нет. Ну, один зашел у меня, второй зашел тут, вот, третий тут. Вот, это еще рано. Время не подошло. А ему нужно, чтобы я выслал все раскрывшиеся. Ну, конечно, не такие, не такие. И тогда, как говорил этот фокусник Акопян, у него будет счастье. Вот. Поэтому я сказал, начнем работу через месяц. Будет очередная расфасовка, будем копаться в этих самых банках, в этих самых горшочках. И наберем только проклюнувшиеся. Как это будет выглядеть? Я сказал, что чуть подробнее на вебинаре. Вот тут все, которые только проклюнувшиеся. Для начала вот это вот вы видите, что у меня в холодильнике. Заметьте, есть и сухие, есть уже на сертификации. Видите? Недавно получил заказ на сухие. То есть я еще раз говорю, может быть, кто-то не догадался. А я в следующем году, я вот в этом году не хочу садить, а посажу-ка я в следующем году. И месяцем, то есть годом позже уже захожу, куда он денется. А я откуда знаю, куда я денусь? Если я не знаю, то как, откуда у вас уверенность, что вы закажете? Мой совет. Я специально делаю 20% скидку с этого момента. Тоже была полная стоимость. Ну, уже прошли праздничные скидки, закончились. Теперь 20%, то закажут сухие. Заказали, в холодильник положили, небольшие стеклянные баночки с крышками. Ну, раз в месяц, раз в 3 месяца можете крышку снять, потрясти, освежить воздух и дальше. И годом позже сами положите на сертификацию. Ну, где-то с Нового года, плюс-минус. Вот это я хотел сказать. Это насчет сухих. Вот человек один заказал и надоумил меня обратиться ко всем. Берите, пока есть. И как этот говорил, налетай подешевело. Есть такая поговорка. Вот. Ну, а которая... Смотрите дальше. А вот еще часть холодильника, видите? Вот что мы имеем в виду. Значит, вот это вот, я не говорю, что все раскупят. Но я боюсь, испугался закладывать сертификат, чтобы потом не выкинуть. Понимаете, вот и у меня душа разрывается. Ну вот, пожалуйста, черешня желтая драгана, вот, абрикос сихотолинский, вот она жардель, вот он с Украины-то что, вот она, косточки. Я их тут вырастил, тут, не с Украины, тут. Вот, ну вы эту историю знаете. Фиша сибирская штамповая. Ну, у нее неплохая схожесть тоже, 2 месяца и готова. Так, и вот тогда... А Иванов еще раз приехал, пишет мне. Ну, про вебинар я объяснил, надеюсь, он меня видит, Алексей Иванов. Он мне пишет, вам не нравится сама по себе идея пересылки раскрывшихся косточек. Я тогда эту тему, почему я? Нет, вот как с ним, да, вот допустим, он раз этим заплатит, и я вышлю ему... Быстрым, допустим, хотел предложить. Ну, был такой обстоятельный разговор. Я говорю, давайте я тогда первым классом. А он говорит, я тут 2 посылки получил, каждая шла по 5 дней. Куда ближе-то? Ну, согласен, будем надеяться, что и третья 5 дней будет идти. То есть этот вопрос мы обговорили. Так. А идея не нравится почему? Вот человек, который у меня... Ну, и несколько лет назад все-таки намного дольше шла почта. Сейчас что-то случилось, я не могу понять, как на 3-4 день получаем вот такие случаи. А уж на 5-й таких случаев много, когда доходит до этого, до адресата. У меня вот это само дело. Причем обычная почта. Так, это посылка обыкновенная написана. И вдруг так быстро. А вот что было совсем недавно. Человек берет, достает с посылки вот это вот чудо и высылает, ну, посмотрите, что получилось. А я, клянусь Богом, Железова никогда не высылал, наоборот, проснувшийся. Только спящие.
Вот. И иногда случалось такое. Вот отсюда у меня какая-то... Мне же приходилось оправдываться, высылать деньги обратно. Я все прошел. Вот. Дальше он продолжает. Это его письмо. В целом идея выращивания сеянцев. Вот тут это уже чуть другая тема. Идея выращивания сеянцев в теплице с пересадкой в открытый грунт следующей весной, как дополнение к сеянцам, выращиваем сразу в открытом грунте. У нас при выращивании теплицы на первый год получается сеянцы гораздо большего размера из-за увеличения периода вегетации. Так-то так, но тут получается это как с детьми, которых это, держали в тепле, а потом выпустили, через год выпустили на волю. Вот. Знаете, я люблю поговорить. В школьном классе на уроке, возможно, биологии, но привели пример учителя. Это средняя школа, средний класс, может, пятый, седьмой. И вот привели нам пример. Он мне понравился, я его запомнил на всю жизнь. Используют для того, чтобы детей воспитывать. Как? Значит, итак, взяли якобы зайца, посадили в клетку, кормили, кормили. Год или два держали в клетке, потом отпустили, заяц рванул в лес, упал, у него разрыв сердца. Вот. Но разрыв сердца – это крайность. Ну, допустим, заяц, если его еще клетка была в тепле, представляете, что с ним будет, когда он попадет в живую природу? Выживет? Вот. И вот тут вот мне не нравится. Итак, сеянцы большего размера, период вегетации больше, год в теплице, а потом на волю. Нет, сказал я себе, не советую, сразу на волю. Вот, что суждено, то случится. Это мое принципиальное мнение. Вот эти сеянцы большего размера, при пересадке дадут еще больше искалеченных корней, обрезку придется делать, а значит калечить еще сильнее выраженную обрезку. Вот что будем иметь. Пример с зайцем не случайный. Все живое в тепле деградирует. Поняли, почему я против теплицы? Вот. Ну, все, проехали. А теперь он возвращается к идее раскрывшихся кочек. У нас появилось свободное место в теплице, а кочки, которые мы от вас получали ранее, не успеют закончить сертификацию. А почему не успеют? Ведь я же вам высылал, ну, то есть я начал сертификацию, допустим, месяц у меня, еще месяц у вас абрикосы готовы. Нет, вы тут не правы. У вас очень хочется просто теплицы, чтобы росли. Но всю жизнь расти не будут. Потом на волю и это, и прощай. Поэтому вы меня не переубедили, раз. И второе. Самый лучший способ использования теплицы, это даже не овощи, сейчас объясню. Я видел у этих, это бывает редко, но в точку попали. Я как-то говорил, но сейчас еще расскажу. Итак, я смотрю передачу юмористическую «Уральских пельменей». Они сидят и считают, сколько десятков тысяч они вынули из кармана, они ничего не забыли. Это вот вы посмотрите, откройте, допустим, передачу «Усадьба». Она стоит и целый час, перед ней 40-50 баночек, скляночек. И она про каждую рассказывает, как без этого невозможно вырастить. Это не юмор, это передача «Усадьба». У них одна задача – впарить, 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 впарить. А здесь эти ребята, как нашелся, это вот лучше бы это было в «Усадьбе», это бы прозвучало. Или том, который я критиковал, телеканал «Бобер», где настолько дебильные эти были советы, которые даже в сумасшедшем доме не родятся. Там большинство людей, какие бы они ни были, сумасшедшие, но в остальное время они же нормальные, даже там бы не родилось. А здесь потребность только занять время, заставляя заниматься дурацкими этими. И вот получилось следующее. Сидят муж с женой, якобы
10-20, вот на теплицу там десятки тысяч ушли на эту карбонату, вот на это. И получилось, что ради нескольких килограммов помидор, они им стоили эти помидоры, вот жалко, что эту передачу бы еще раз повторить, я бы даже записал бы. Это талантливые еще люди. Талантливый режиссер. Впервые посмотрел сотни передач «Усадьбы», десятки передач этой бобера этого, никто чего не вспомнит этого. Я впервые увидел, что, как это все с умом было раскрыто. Что люди, которые штаны себе только не сняли, а все остальное отдали на то, чтобы 10-20 килограмм этих помидор вырастить. Так вот, теперь теплица есть, есть. Что будем делать? А, персики садить. Персики, персики, шайбы и так далее. Так, как умею, так рассказываю. Теперь переходим вот к чему. Итак, тему заканчиваем для Иванова. Значит, вот человек присылает фотографию. 2 из 10 раскрылось. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 4. Куда 10 делось? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ну, надеюсь, где-то в сторонке лежит. Значит, 2. Вот этот момент, он самый оптимистичный. И их не поздно посадить. Но на улице еще зима. Это нет, это старые годы. Возможно, там уже человек сразу посадит. У него, возможно, уже земля оттаяла. А нет, так вот эти 2 в горшочке, а остальные надо. Да, это самое, на достратификацию, до. Вот этот момент, удачная фотография. А вот этот, смотрите, когда вы от меня получите чуть-чуть наклюнувшиеся, вот такие вот, неделя в посылках, я ведь вас не то что отговариваю, но и не уговариваю. Ура, вы мне это, предоплату, я вышлю эти, они вот такие получили. Давайте смотреть внимательно. Можно или их посадить? Можно. Почему? Единственное, что вы это должны знать. Значит, здесь мы видим сухой песок, правильно? Зайти взошли, половина это точно взошло. Вот. Значит, точно взошло, половина. Ну, 5 я уже вижу. А может 6. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Большая часть зашла, так? Но, возможно, вот этот кончик уже сухой. Не дай Боже. Почему? Не хватило влаги. Так? Поэтому минимальное количество. Знаете, что люди делали? Как получил посылочку от меня и в холодильник, не распечатывая. Одни. Другие распечатывают, но думают, а пусть они так и лежат до посадки. Вот, смотрите. До посадки. Вот. И что они получат? Одни перерастут, а другие не взойдут. Почему? Вот как воруются эти, которые взошли. Все, они полностью высосали всю влагу. А допустим, их 2, 3, 4. А остальные не взойдут в этом году уже точно. Все. Почему? Тонификация с недостатком влаги, это уже не стратификация. Это просто пережидает лишний год. Бедствие, скажем так. Вот так. Ну, еще 2 фотографии я пропустил. Вот. Мне понравилась чем эта фотография? Ну, понятно, чем. Семядоли-то наверху. А где находятся эти? Вон они аж отскочили. Одна из моих загадок, мной нерешенных, мне не по зубам. В сотнях вот таких фотографий, к которым не приближался еще человек, эти скорлупки находятся на довольно большом расстоянии. Я думаю, их никто туда не перенес. Ни эти, ни муравьи не отнес в сторонку, ни люди. Я же вижу, и у себя вижу. Как же это происходит? Тогда получается что-то такое. Посажено под землей, корень впивается, и происходит чудо полностью. На 180 градусов разворачивается, становится вертикальной. Запомнили про слово вертикальное? Сейчас объясню почему. Становится вертикальной. И, видимо, щелчком или взрывом
Момент этот, кто бы этот момент зафиксировал? Это надо дежурить, 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 снимать, снимать. Но я такого пока не видел ни разу. Призывал, ну найдитесь, пусть это таинство раскроется. Это одно. И второе. Посадка на бочок. Посадка еле-еле заглублена. Чуть-чуть, еле-еле. Вот тогда семядоли будут наверху, видели? Вот тогда будет полноценный, полновесный саженец. Персика, в данном случае персика. Вот. Вот это я хотел сказать. И опять, с умным видом, опять, как кто бы им запретил, несколько десятков косточек, сделал бороздку, бороздка глубокая, вот такая вот, садит вертикально. Кто тебя просил? Ты видел, чтобы в природе хоть одна косточка упала и осталась вертикальной? Опять умнее природы. А? Вот этот момент, еще не все. Значит, вчера, позавчера кто-то из вас, может, брат, может, еще несколько человек присылает мне ролики. Ну вот, большое корыто, вот оно заполнено землей. Бороздку, говорит, садим на 5-6 сантиметров. Потом он сказал вроде бы умную фразу. Вы заметили, мы к весне готовимся, мне говорили по весенней теме, пожалуйста, получайте. Он произносит волшебную фразу. Лишнее потом отсадим. Я, правда, не понял, при чем тут тогда. А, ну, в принципе, корыто можно бы считать, что это просто, ну, для образца. А на самом деле он имел корыто просто для удобства он садил. Так. А на самом деле, если садить без корыта, садить густо, 5-6 сантиметров, даже он говорит, пересаживаем. И тут я вспомнил эту же самую, почему пересаженные живы, а не пересаженные умирают. Да потому что они остаются вот в такой глубине, как он, 5-6 сантиметров, да? Как та самая дама, Александр Алексеевич Лебрик, вот, которой вы беседовали, которая сказала, что, ну как она сказала? Ну, в общем, железо для нее, как сказать, видимо, ну понятно, вы пытались как-то это что-то от нее услышать, не услышали ничего хорошего. А она-то так и осталась на 5-6 сантиметрах. И в книге 5-6. И это, споря со мной на страницах присадебного хозяйства 5-6. С небезызвестным сибирским садоводом поспорила. И все стоит на 5-6. Что она потом написала? Ну хорошо, потом пусть. Сделала, как это называется, сделала, как бы сказать, снисходительную уступку. Пусть потом разгребут. Так вот, уважаемая гражданка, троеточие. На 5-6 посадят, но разгребать никто не будет. Не учите садить на 5-6. А то пусть потом. Нет, так нельзя. Надо сразу толком объяснять. Вот. Теперь это начало разговора. И еще впереди, слава богу, только март. Большая часть страны снег лежит. Вот, а если не лежит, то все равно еще зима. Вот, но не весна. Тогда мы еще эту тему продолжим. А это просто, когда я готовил эту тему, я подвернулась фотографии. Дело в общем. Многие считают, что если не взошли семена, то не взойдут, то есть, ну, не взошли, не взошли. А здесь получилось следующее. Это грядка Сергея Железова. Вообще не взошла. И как видите же, что она, ее просто на течение лета щипали, щипали. Ну, как будто это лук, морковка, свекла. Щипали, щипали. И спустя год они взошли. И дружно взошли, согласитесь. Я даже еще ближе покажу. Видите, да? Вот. Теперь. Возвращаем поменьше теперь. Так. Поняли, к чему говорю. Значит, варианты. Сожрали мыши. Я показывал фотографии, где действительно жрали. Раз. Второе. Значит, просто не взошли. Вот. И третье.
А еще как вариант, не сажали мыши, а украли. Ой, воруют. Вы представляете, я это убедился, я же учил заглублять не глубоко. А потом мне приходит письмо. Нашла косточки. Все были в отдельном схроне, за пределами грядки. Все косточки были целые. То есть запас. Ой, о чем я смеюсь. У нее год пропал. Она их нашла, но год пропал. Ну и, наконец, еще варианты. Ранняя всхожесть. Мороз ударил. Погибли. Так. И пока на этом все. В общем, не спешите хоронить. Они там сидят. Они там сидят. Возможно, если не взошли. Вот. Причем отдельные годы какая-то поступает команда сверху, с неба. Вот. А если команда не взойти, вот устраивайте пляски с бубном, не взойдут. Так, теперь. Это я уже показал. Еще раз. Только получили, сразу перетаривать. А то я храню холодильник. Я тут же, немедленно звоните, я вот сейчас это, морду набью. Звонят, я говорю, в холодильнике, вынимайте, перетаривайте. Вот это вот еще одна. Ну, я храню, ну, то есть часть проблемы я раскрываю сегодня. Итак, я храню косточки в песке. Вот чек, видимо, это, может быть, это мох сфагнум. Ну, чем обычно в нем тоже хранят. И вот чек получилось как-то так. И вот чуть-чуть лишнее, смотрите, это очень ценная фотография для учебников. Читаем. Абрикос маньчжурский гибридный. О, чей? Маньчжурский гибридный. Железо. Теперь смотрите. А вот это спит непонятно, непонятно. Это взошла. Это взошла. Это сгнила. Два к одному. Это о чем говорит? Во-первых, у них разный аппетит. То есть у них разная сопротивляемость. Это же абрикосы. У них разная сопротивляемость к выпреванию. Что штамба выпрямляет, что косточка может сопреть. Чуть-чуть бы на миллиграммы бы меньше бы влаги вот в этом вот, а человек не рассчитал. И те, которые еще две вон торчат, они, возможно, тоже греют на данный момент. Яркая фотография. Да, взошли. Для двоих влага само то оказалось, а для третьей нет. Вот, то есть характеры разные. Чуть-чуть бы поменьше влаги, и зашли бы наверняка все бы. И, наконец, последняя фотография. Это прислали мне. Привет, Швейцарии. Значит, в Швейцарии теперь растут наши сибирские сортообразцы. Видели? Абрикос рыжик. Проклюнулся первый. Вот так вот. Абрикос рыжик. Кстати, не смотрите на вот эту зелень. Я вначале подумал, может, это у нее персик мой проснулся. Нет. Вот они, семядоли. Вот. Процесс пошел. Теперь. Я поздравляю швейцарцев. Как видите, нас уже обошла Украина по персику. Я серьезно говорю, на данный момент на моей родной Украине, на моей родине, я этим горжусь, количество персиковых деревьев под названием персик Хасанский клон Железова больше, чем в России. А они там всего несколько лет. Вот так вот. Почему? Потому что. И я сейчас говорю. Если у меня выходца с Украины есть какой-то моральный долг перед Украиной, я его выполнил. Идем дальше. Вот это вот. Еще раз. Если говорить именно о косточках маньчжурского абрикоса, а я рассказывал, что там было 40 ведер в этом году, 90% досталось Сергею Железову. Вот. Это значит, что он будет их выращивать и как корни собственные, и прививать на них. Так?
А я, так как он все собрать не мог, остальное собирали мои девчата для меня. Скоро кончится сыновей мажорства. Во! Я хвастался в сотни тысяч. Сотни тысяч. А именно с маньчжурского патриарха, ребята, или сейчас, потому что завтра вы будете просить, я скажу, берите, что есть. А маньчжурский закончился, патриарх. Вот. И я тогда взял, хорошо, мне попалось вот это письмо. Это письмо человека, уважаемого мной невероятно. Вот. Смотрите, кто это. Вот. Это не мы-то. Так. Вот это все говорит о том, что все это честно. Так. И почему я вам говорю? Разбирайте, пока есть. Я имею в виду чистые манжурцы. Итак, манжурцы в виде вот таких сеянцев, повторяю в который раз, из-под огромного манжурского абрикоса, были проданы то ли по 30 рублей, то ли по 50. Примерно 12 лет назад, 10-20 лет назад, исполняющий обязанности директора института Миасского, Челябинская академия, который их вырастил. И, внимание, я вам показывал его доклад, его реферат. Так? У него еще страница в этом, где-то там, ВКонтакте или еще где. Вот. И свидетельство человека, назовем его нейтрального, вот, которому можно верить абсолютно, потому что такие люди – это штучное изделие, поверьте бывшему спецназовцу. Здравствуйте, Валерий Константинович. Сегодня общался с известным вам Ваулиным Александром Юрьевичем. У нас морозно до минус 38, тревожный засад. Александр Юрьевич сказал, что не переживает только за ваши абрикосы. В своих рефератах, в своих докладах он ни разу железом не вспомнил. Вот. А здесь сказал, частая беседа, почему не сказать правду. Плоды у них по-прежнему вкусные. Генеративные почки выдержали минус 38. То есть какие? Что такое генеративные? Это значит те, которые дают это самое, ветки. Внимание! Плодоношение в среднем 40 килограмм. 40 килограмм! А ведь речь идет о деревьях, которые плодоносили на тот момент 3-4 года. То есть совершеннейшая молодежь. Плодоношение в среднем 40 килограмм. Цветки выдержали минус 7. А это рекорд. Понимаете? Это рекорд. Нигде во всей планете больше не найдете, может быть, кроме Сахалинских гор. Но сравнивать с Сахалинскими дикарями нельзя. Почему? Сказать? Плоды вкусные. Они у меня уже, хотя это дерево 40 лет, хотя 30 лет его опыляют соседи, но опыляет потомство само собой. И получается, что эти соседи сделали плоды-то как бы, ну чуть ли не с дикаря, а плоды-то вот какие, видели? Вот. Вот этот момент запомнили. Сеянцы ни разу не поливались, не обрабатывались от болезней, только пропалывались. Но это сеянцы. Вот. Вот это и есть технология железа. Узнаете? А это он тоже себе присвоил технологию. Вот. Защитных полос нет, местность открытая. Бррр! Сказал, что абрикосам помогает выживать мощная корневая система. Центральный корень качает с большой глубины своеобразный антифриз для выживания в морозный период. Антифриз, вы уже догадались, чей термин? Дальше. Выразил надежду, что это поможет пережить нынешнюю зиму. Но он, понятно, мы сейчас как бы уже друзьями никогда не будем, потому что если бы он меня взял хотя бы в соавторы, раз, во второе, взял бы меня в содокладчики, когда он делал сенсационный доклад, тогда другое дело. Все остальное, я бы, он бы прислал фотографию, я бы следил, я бы его бы раскручивал. Понимаете? Его бы. Я бы говорил, что среди ученых есть выдающийся человек. Вот.
И, может быть, это ему даже в карьере бы помогло. А сейчас я говорю, ну вот так, вот так вот, вот. Железов опять. Передает вам большой привет. Вот спасибо за привет. Только сейчас он в порядке. Вот и там передай привет. На семинаре, на этом, на докладе. Вот. А я с большой радостью доношу все до вас. Ну, дальше про книжку. Книжка ваша мне понравилась. Я вам уже рассказывал, и даже отдельные главы показывал всем. Вот так вот мы живем. Все, знаете как, по усам текло, а в рот не попало. О, ой, моя прелесть, моя доченька. Так, ребята, тут надо сделать перерыв, потому что чаю добавлю. Вся та же носоглотка не работает, и горло сухое. И поэтому я делаю по неволе 3-минутный перерыв. Так, перед вами еще одно событие. Презентация книги. Я Александр Савинич. Так, аспирантка, перспективный ученый, Красноярский университет, имени Решетнева, а длинное название запомнить не могу. Итак, презентация книги. А вот и сама книга. Вот. Я ее пока еще не читал. Приедет ко мне в гости, привезет. Но талантище не отнимешь. Все б такие ученые были. 30 лет. 3 сообщения в течение 2-3 лет. 30 лет потрачено, выращена груша. Вот. Братскими учеными. Посмотрел фотографию у нас в интернет. Да что же это такое? Выращена слива. Ну, слива как слива. Точно как сало, как сало. В общем, слива как слива. Ничего особенного не заметил. 30 лет позади. У нас это, на рынке можно такие сливы. Вы знаете, что значит устарел? Когда-то эту роль выполнял. А я никогда этого не делал. Вот. Я не шарился по базару, чтобы что-то там заприметить, то все. Вот, если только случайно взгляд натыкался. А Дускобилов, Турсунпулот Дускобилов, он же наш узбек сибирской закалки, кандидат наук и завлаб, Абаканский институт, он прям по рынку ходил, он находил, выйдет выдающиеся фрукты, он сразу. А можно ваша фамилия, а можно ваш телефон. И дальше уже работал с конкретным человеком. Молодец. Вот это и надо было. Но отдачи, я считаю, никакой. То есть вся работа, вот просто работа, она все уходила, куда-то высылал эти черенки, эти семена высылал. И все это, по-моему, с концом.
Еще раз, на наших рынках, даже на рынках, не то, что в садах у наших этих, у наших садоводов-любителей, я фамилии называл не один десяток, вот, и уже стал повторять. У нас и на рынках, и в этих самых выдающихся садах уже есть все. То, что наука сможет выполнить только через, если возьмется. Сейчас его уровень, вот третий случай. Абрикос вот этот самый. Я посмотрел фотографию. Дикарь, но это тот же Кичигинский, вариант Кичигинского. Ну, это тот же, что мои мажорские сыновья, такой же. Ни лучше, ни хуже. Вот. И это 30 лет позади. А захотят вырастить вот эти, которыми мы занимаемся. А у них не получится. Они поставят задачу 30 лет, пересев, урожай, пересев, прошло 30 лет, а он получится уже не 20 грамм, а аж 25 грамм. Может, это может быть, да. Вот что это. Поэтому еще раз. Вот такие нам нужны. Потому что ее вторая должность, а неофициально, заместитель железа по научной работе. Как вам? А у меня сколько уже есть этих дежурных по стране? О, здорово. Сейчас в Псковской области двое по 1000, один тысячу, другой что-то 2000 этих косточек накупил. Это ж какие сразу сады будут? Вот это я понимаю. А Бобрецкий на кольцо убедительно. Это, знаете, очень много у меня сейчас. Раньше вообще бывало 10-20 фильмов и ни одного комментария. Сейчас комментарии помаленечку появляются. Ну, людей берет за живое. Я вам показывал полное непризнание. Полное, вот нет и все. Давай вот это прочтем. Это учеба. Обрезки на кольцо убедительно. Спасибо. Но у меня на уссурийской груше пару срезов на кольцо получились как на картинках на старых пособиях. Так? Ну правильно это. По 12 лет им, конечно, а как? И еще известный садовод из Челябинска переносит обрезку на начало лета. Ну, начало лета это такое понятие, я тоже считаю. Есть два срока. Учеба с учебой, я как бы сразу начинаю комментировать. Он меня, а я его. Значит, в начале просто обрезка. Вот. Она, как бы сказать, хорошо подумать, чтобы лучше не резать. Про эти обрезки я рассказал. Но существует еще одна обрезка, я забываю о ней сказать. Дело в том, что мы не знаем, как дерево перенесло зиму. И вот уже пришла пора обрезки. Это время сокодвижения. Сокодвижение, это Железов говорит, нигде не читал, предназначено для ремонта дерева. Сокодвижение, максимальный ремонт дерева. Значит, если уже поневоле делаешь обрезку по-живому, то тогда начинаешь. Вот началось сокодвижение, угадай и начинаю резать. Чтобы до конца сокодвижения дерево могло максимально себя залечить. Нет, раны эти не залечат. Но у них есть другие процессы. Там внутри, под этой страшной раной, чтобы что-то, я вам потом покажу, у меня подготовлены фотографии, чтобы потом что-то там творилось. Там же все равно работа идет. Рано туда идет мороз, но мороз-то до зимы-то надо, чтобы дерево успело принять меры, хотя бы относительно. Лучше бы не делать обрезку. Но есть еще, оказывается, не оказывается, я все время забываю, обрезка, это я всем хочу, только сначала сокодвижение. А дерево перенесло тяжелую зиму, начинается, появляются листики зеленые, вдруг бах, полветки сухой, ну отрезайте. Ну, отрезайте. Вот. Это получается, да, поздновато, но оно уже полусухая. Вот этот случай, такая обрезка существует. Теперь повторяю. Известный садовод из Челябинска переносит обрезку начало лета. Ну, наверное, Латинков. Вот. Самый известный там. Вот. Царство небесное ему. На начало лета. В этом случае на кольцо страдает от заморозков.
Ну, и здесь, смотрите, его страдает, восклицательный знак, и вопросительный знак, или не страдает. Конечно же, оно страдать будет не только. Замыск — это чепуха. Ну, минус 3, минус 5. Впереди зима, вот тогда уж, да, вот тогда уж получит это удар от природы дерево. И дальше уже вопрос. 3 месяца хватает для заживления кольцевой раны? Кольцевая имеется в виду рана на кольцо. 3 месяца не хватает, 3 года не хватает, 30 лет не хватает. Ну, 30 лет ему и так не прожить. Еще раз, ни одно дерево с раны на кольцо, нету рану из миллионов, из миллиардов, ни одну рану не залечило. Они не залечиваются. Залечиваются только морозобоины, солнечные ожоги, но рана, нанесенная режущим предметом, никогда. Когда-то это будет на первом занятии в университетах, там, где будут готовить этих биологов и прочих этих самых агрономов. Вот там будет сразу про это, там, 58-я или 121-я постулат Железова, потому что кроме меня этого никто не то что не знает, молчит, как рыба об лёд, даже те, кто узнал от меня, не заживает ни одна рана из миллионов, из миллиардов. Одна радость, что деревья выносливые, и не все живут на границе смерти. Вот. Я сейчас спрашивал, сейчас скажу. Вчера я спросил, у кого. Сейчас. Не Урал. Да. В общем, я спросил, бывает ли у вас 40 градусов мороза? Сказал, самое низкое 33-35 бывает. Но я тут же говорю, ну тогда забыл и все. Ну тогда говорю, бывает. А человек спросил, какие выписывать у вас косточки. Я говорю, любые 33-35, это же Африка для моих-то абрикосов. О, вот, только где-то такие области у нас есть. Вот, ну где? Жалко, не могу вспомнить. Хотел даже пример привести, но забыл. Итак. Ну, все-таки он, видимо, что-то от меня хочет получить совет. А если после грамотной обрезки на кольцо? Так вот, грамотная обрезка на кольцо, она же такая же смертельная, как и неграмотная обрезка на кольцо. Помните, миллиметр туда, миллиметр сюда, с наплывчиком. Все это чепуха. Вот. А если после грамотной обрезки на кольцо толстым слоем наносится резной вар? Ну, вар наносится, да. Но еще какой вар? Бывает вар, потом он может еще и испариться. Ну, короче, я делаю очень густая масляная краска, 2 слоя. Вот. Но, к сожалению, вот, я это делал. А, нет, не, у меня не обрезка на кольцо. Любая обрезка. То есть мне все равно приходится резать. Помните, я рассказывал эти случаи. Итак, спрашивает вар, надо не делать обрезку на кольцо. Такой ответ. Ну, нехорошо, что это. Что все-таки будет делать грамотную обрезку, да потом толстый слой. Я должен сказать, да, конечно. Наносите вар. Слушать Железова новичкам нужно. Садоводам собственным опытом можно. А спорить нежелательно. Все верно. Не надо портить нервы ни ему, ни себе. Ну, вот это правильно. Видите, нормально взвешенное это. Комментарий. Пойдет. Так. А сейчас я должен покаяться. Пусть с запозданием. Вот. Это 2 оппонента, которых я оскорбил словами, что обрезка на кольцо, она, как я назвал, дебильная. Перестарался, конечно. Надо было сказать неправильное, опасное, вредное, ненужное. Прошу прощения, перестарался. Беру свои слова обратно. Пусть с опозданием. Вот. Надо за базар отвечать. Я ответил тем вот этим скандалами потери друга. Так, теперь. Вот это тоже мне прислали, эту фотографию. Она уже из распечатанной посылки, видите? Опять набор семян и нож. Вот, ножей сейчас 7,
То есть последней партии 10 3 продал. Вот, впереди время прививок. Вот, и еще один человек прислал мне нож. Вот, прививочный. Он был недорогой, 2 с чем-то тысячи. Это 3,5. 2 с чем-то тысячи. Но он оказался в двусторонней заточке. То есть сэкономил он. Ну, в общем, ничего он не сэкономил. Так. Теперь так, есть такое дело. Я очень вредный. Что касается, вспомните это, эти за 1200 саженцы персика Хасанского, а фотография моя. Вот еще второй случай вредности. Итак, оказывается, что черенки шелковицы продаю не только я, но и в Москве. Ну, конечно, московские здесь бы замерзли 100%, это понятно. А мои в Москве не замерзнут никогда. Но это уже вопрос, это совсем другой вопрос. Это насчет морозостойкости. Так вот, человек мне написал, а продает черенки, а у них есть маточный сад. Тогда я сказал, давайте так. Я всем всегда говорю, но редко кто просит просьбу выполнять. А вы свяжитесь с ними. Давайте почитаем, что ответили москвичи, которые якобы торгуют шелковицей. Сказали, этот человек, их разговор мне цитирует. Интересно же. Это редко бывает, чтобы отвечали. Когда я пробовал, там одни гудки короткие. Сказали, что маточные деревья у них привиты, прививка у земли. Аплодирую. И что если укоренить такие черенки, то по их мнению морозостойкость и размер ягод будет в целом одинаков. Да, если укоренить, размер ягод сохранится, морозостойкость не сохранится. Давайте так. Привиты, а укоренять-то будут на то, которое выше прививки, так? И уже 100% повторения монотрикости может не быть. Ну, 1, 2, 3 градуса потери будут. А значит, замерзнуть посредством привита, замерзнуть быстрее. Это я процитировал сам себя. Теперь, они говорят, что это, хозяева, настойка размер будет ягод одинаков. Как думаете насчет качества укорененных черенков? Лукавят? Ладно, я написал, что... Ответил ему, что почти лукавит. Так, теперь, значит, продают укорененные черенки, но если их... Вот так мой ответ будет, окончательный. Если их выписать сибирякам, получили, сразу выбрасывать. Сразу, даже не с этого. Замерзнут. В Сибири московские замерзнут. Сибирские в Москве не замерзнут. Это две принципиальные разницы. Вот, теперь. Вот это вот оказалось, как же сказать-то, в общем, там же, где речь шла о шелковицах укорененных, была вот эта фотография. Я вообще так и этак. Потом подумаю, ну, что, слепой, это вишня. Причем вишня укорененная, просто веточки укорененные. А это вишня. Значит, их используют для того, чтобы на них привить черешню. Так. Так вот, я вам сразу скажу, если вы узнаете, что существует подвое, там первая буква будет В, слово вишневый, да? Первая буква В. Их много развелось. Карликовое, полукарликовое. Поверьте мне, что лучше на них не поливать черешню, пока вы не раздобудете именно косточки и вырастите нормальные подвойные саженцы. Черешня – это гигантское дерево. Вы знаете, что я на своем деревьях подхожу и с тоской смотрю, как птицы клюют. И только то, что птица вдруг выплюнула, мои дети собирают, я им за каждую косточку 10 рублей плачу. Говорю, вот вам баночка, собирайте, это после птиц. И смотрю вот так с тоской, потому что это черешня. А вот на это недоразумение поливать черешню, это страшная ошибка. Именно поэтому одна из причин, почему в стране нет черешни деревьев, по-настоящему нет. Я не беру 2, 3, 10 любителей выдающихся. Вот. Вот так вот.
Ну и сами понимаете. Ну, получилось как? Речь шла о шелковицах. А это же реклама, это же сайт. И в этом же сайте тут же я наткнулся на эту фотографию и на расшифровку. Внимание. Вот она, вишня, сливовые. Вишня, сливовые. Вишня, слива. Короче, вот она. То есть я сказал, что это вишня. Вот. Ну, не ошибся. Якобы вишня, слива. Ладно. Засухоустойчив к высоким температурам, морозостойкость корней минус 12. За такую эту морозостойкость надо морду бить. Но зато честно. Зато честно. Вот. Теперь идет. Так, полчаса надо переходить к последней важной теме. А, вот она и начнется. Итак, вспоминаем. Я говорил, начнем немножечко прививать. Начнем немножечко прививать. Значит, мы видим Тимофея, чуть не сказал Железова, Тимофея Мутовина, моего внука. Я режу, вот они, обратите внимание, вот. И никогда не верьте никому, кто говорит, а зачем мелкие татуировки? Вот видите, вот сейчас вот эту замажет, вот замажет, это еще раньше было синее, вот он, желтый замажет, вот замажет, вот это святое. Никаких этих шуток. Типа, когда вроде бы солидный человек и статью читает 3 миллиона человек, и он пишет, меньше 5-копеечной монеты не замазывайте. А? Ну или 5-рублевого, я уже не помню. Вот видите, вот это настоящая работа. Я не просто говорю, Тимош, запомни, все самые мелкие, не пропусти ни одну. Итак, заготовка черенков и здоровье дерева. Значит, фактически мы начинаем тему прививок. Александр, есть минусы. А, переписка, я ни при чем. Александр, есть минусы прививки у земли. Домашняя кошка и собака повреждают черенки. Ну, вы представляете, логика какая? Не прививать у земли. Только потому, что могут кошка или собака отломать. Ну это серьезно. Ну как не. А я. И дальше человек пишет. Я предпочитаю прививать на уровне груди. Я уже рассказывал, где холоднее. На уровне груди это намного опаснее, чем у земли. Вот. И наконец, я вам представляю одну из фотографий, которую их две, но одну еще найти надо. Осенью есть фотографии. Они были с листиками. Они были выкопаны, они были оставлены на продажу. Внимание, это для учебников. Это серьезнейшая учеба. Итак, осень с листьями. Фотографии просто на эту наткнулся, когда наоборот, теперь на ту наткнулся. Потом эту не найду. Ну, я разбрасываюсь, потому что у меня нет секретарши, у меня нет того, у меня нет всего, у меня нет времени. Итак, осенью они не были выкуплены. Все три корни собственные, не привитые. Китайская слива. Первая, третья китайская слива. В середине маньчжурский абрикос. Так. Вот. Теперь, что случилось весной? Пришла зима. Я запомнил эту зиму. Это то, что врезается в память. До Нового года не было снега. И потом его почти не было. А морозы были 40-градусные. И вот именно поэтому я ждал, ну не выкупили, не выкупили. Получился очень важный, а мне все, считаю, это там с неба решили. А пусть у тебя не купят, обойдешься, обошелся. Внимание, эти две погибли, внимание, весной. Посаженный, непривитый. Вот, и, ну непривитый, ладно. По вот таком виде он простоял зиму. Сливы китайские, я считал, у них одинаковая морозостойкость, замерзли, но я считаю из-за корней. А вот, это маньчжурский абрикос, это король. Вот, косточка, естественно, набралась где? С патриарха. Поняли? Еще раз, налетай, подешевело. Это уникальный случай. Сколько регионов в этом году, вспоминайте. Пол России оказалось без снега. Ну-ка, вспомнили?
Вот что вам надо. В одном случае, да, китайская слива на северо-западе прекрасно пойдет. Там и вода ближе, и сырее, и дожди, и все. Но китайская слива выдержит, потому что с одной стороны океана Тихого переезжает на другой стороны океана Атлантического. Да, это Балтийское море. Условия одинаковые. И не сопреет, и не такая глубокая, но Дакон давай России. Вот он, красавец. Это весна, все честно. У нас заканчивается время. А, вот, я говорю, сегодня немножко поговорим про прививку. Да, вот последние полчаса. Будем несколько этих вебинаров смотреть про прививку. Началось. Посмотрел вчера предтечу. Рад за вас. Во всеоружие махали шашкой. Ну, вот видите, некоторым нравится, когда я ругаюсь. Досмотрел до конца, дернуло меня зайти на канал. Вот это очень... Если бы его закрыть, вот этот канал поддержки, сколько, какая была бы польза России. Только бы не видели вот этого. Их обрезку, их прививок. Господи, что же там за центр-то такой? Ой-ой-ой-ой. Ролик, дай бог памяти, лучший способ прививки для начинающих. Лучший. Называется паразитарная прививка деревьев. Ключевое слово паразитарная, она сама говорит. Паразитка такая. Слушай, это самое. Ну ладно. Так, загривок это он. У меня пошевелился при просмотре. Начал писать комментарий. О, ужас! Сколько, вы сейчас увидите эту дикость, сколько лизоблюдцев восхищенных людей. Про ролик немного. Обрезанное дерево, прививка по закору осветлила ё-моё. Сами прививка бесполезная даже начинающим. Лучшая черенка выбросила, привела макушки. Вот что значит это, кружок железного. Да и говорит, что если не загущенные ветки, плевать на них. То есть загущайте. Сами по себе противоречат, но смотрит, восхищается. Как сейчас говорят, people хавает. Миллион просмотров, это что-то. Да вот смотрите. Вот. Вот это пропускаю. Почему? Иначе не успею про прививку. Вот это дело в том, что нам надо бы с него начать, а мы об этом уже говорили. Я жду, когда появятся новые люди среди нас, которым, ну, в то же время, вы понимаете, что получается? Все больше среди нас нет ни друзей, а просто, может, это наблюдающие, они просто смотрят и молчат. Или говорят, у меня высшее образование, у меня среднее техническое, у меня это, я агроном, я это биолог, я эколог, я сельхоз, но и дальше оказывается, ветеринар, значит, зерновод, цветовод, овощевод, но только не садовод. Я хочу, чтобы они все это проходили, понимаете? Вот, я еще подожду пару вебинаров, и еще вернемся к этой теме. Ведь это же такое придумать же, вот такое. Вот. То, на чем то, это, Железов, Чернобаев, этот, господи, Латинков, Боднар. Ну, опять, все еще лженаука. Пропускаю. Так, теперь. Я вот эти четыре фамилии назвал. Семенченко, Троценко, Савинич, Смотритель. Это активные люди. Семенченко статьи пишет и когда-нибудь книгу напишет. На основе наших же вебинаров. Троценко уже три книги выпустил. Надо бы еще, но мы деньги собирали, скидывались на книги. Но каждый раз меньше. Понимаете? Вот, время такое. А никто не даст денег, чтобы просто взять, выпустить ее и разослать по академиям, по библиотекам, по школам, и так далее. Вот. Видели книгу Савинич? Я уже, может быть, посерьезнее книги. Не 500 экземпляров, а 5 тысяч, 50 тысяч. Пусть бы зарабатывала, польза была бы. И, наконец, вот последний, как бы его назвать-то, звезда. Я смотрю, у него столько роликов оказалось. Я нигде не могу придраться. Вот. Я не скажу, что он моя копия. Ну, это как было два сапога пара, я Латинков, теперь три сапога пара.
Три сапога пара, третий Писецкий. И вот, это все люди, которые уже сейчас, получив государственный заказ, получив гранты, могли бы создать книги для библиотек, для школ, для вузов. Вот это надо. Просто это, как бы, это гордость моя, это мои друзья. Это люди, которых сама эта жизнь вывела на это. Вот сюда, на свет Божий. Вот, только больше не это самое. Вот те, базовый учебник. Ой, Боже мой. Жаль, что сейчас не могу я это время на это терять. Вот. Дергать током лапку лягушки и говорить, что у человека нет души. И вывод сделать. Так, это Иван Федорович. Пропускаю немножко. Ну, не чуть-чуть не успеваю. Чуть-чуть. Вот. Да тут, по-моему, комментировать не надо. Так ведь? Спасибо вам за помощь. Вот. И Кирилл Иван Федорович, мой заместитель по Казахстану.